В небольшом конференц-зале собрали самых лучших и активных работников Федеральной налоговой службы номер 14. В теплой атмосфере они получили благодарность от главы и депутатов Ленинского городского округа. В нынешних условиях самое главное – не болеть, сохранять тот же самый оптимизм, который у вас есть, выполнять, чтобы начальство вами было довольно, ну и чтобы вы были удовлетворены своим начальством. Поздравляю! За 30 лет налоговые органы прошли стремительный путь развития. В этом заслуга и тех, кто стоял у истоков, и нынешних сотрудников инспекции. Елена Синяева буквально свидетель большой истории. В налоговой службе она работает уже 23 года. Каждый год происходит огромное преобразование и в законодательстве, и в техническом оснащении. То есть служба развивается динамично, очень быстро и в соответствии с требованиями времени. На сегодняшний день в налоговой службе муниципалитета трудится 160 человек. И хотя в этом году они работали в ограниченных условиях, инспекция не сдала позиции и показала высокие результаты. Мы уже перевыполнили план 2020 года, несмотря на тяжелую экономическую обстановку, несмотря на пандемию. Мы уже к уровню прошлого года прирост составляет 110%. И это еще не предел, ведь впереди декабрь, а значит и проведение мероприятий по налоговому контролю. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.